Еще раз всем привет, всем здрасте, по просьбе моих подписчиков и друзей на ютубе, ну и не только. Значит, просили снять водопад Радужный. Значит, мы сегодня убываем часа через 2-2,5, ждали Дмитрия, он не сможет приехать, к сожалению. Вот, ну что, начинаем вот с этого, то есть я сниму дорогу и немного сам водопад. Все отснято в фильме, так что потом поподробнее все сами увидите. Что сие означает? Это сие означает, если пьете, блядь, закусывайте. Раз. Второе, блядь. Ну надо, блядь, в конце концов уже соображать. Мы из-за этой тачки не спали всю ночь. 4 долбоеба. Вот. Решили проехать туда дальше. Чем они думали вообще, блядь? Это... Короче, понятно, да? Вот чем это кончилось. Все это я тоже там отдельно заснял. И всю эту эпопею, как все это было всю ночь. В конце концов у них кончился аккумулятор. Они позвонили под утро, приехали какие-то там еще. Они у них прикурили. В общем, и этот аккумулятор сдох. По-моему, здесь еще что-то такое еще. Типа сцепление сгорело. Вот. И смотрите, что они здесь наворотили. Здесь все раздолбали, блин. Тянули лебедкой. А лебедка от аккумулятора. Вот. И вот такие вот здесь вот канавы наворотили. Но они доехали по перваку вот до второй линии ручья. Дальше там горка. Ну, пройдем, я всю дорогу покажу. О, и заодно поляну Димы Куша. Теперь она называется Поляна Куша. Вот, видите, колея. Вот они наверх пытались заехать, придурки. Я охереваю. Вот чем думают эти мозги? Так, и пройдемте. Я со смартфона снимаю, поэтому у меня редактора нет. Солью все одним файлом. Вот. Ну и по планам похода у нас все меняется. Бываем раньше. Я хотел вообще остаться еще до завтра. До завтрашнего вечера. Погода отличная. Так что позагорать, погреться. Вообще шикарно. Так, вот поляна Димы Куша. Она как раз прямо напротив водопада. Кстати, видео он снимал. По осени, по-моему, он здесь был. Посмотрите, кому интересно. Блять, вода ледяная. Вот. Ну, дорога здесь вот такая. Ну, красоты. Место очень своеобразное. Отдельно хочу сказать, ночью холодрыга была, блин. Это пипец какой-то. То есть туман ледяной, все мокрое. Мы такого дуба дали. Роса ледяная такая, блин. Пар, ну прям вот везде, у это вообще. Так, ну вот, подходим. Ну, народ уже приехал. Куда вот они ехали? Я, главное, у него спрашиваю, а зачем? Какого хера? Вот это они все хотели проехать. И дальше, я говорю, зачем? Он говорит, мы хотели покорить брод. Брод, это вот здесь они хотели переехать на ту сторону. Представьте, что там в мозгах творится. Вот. Опа. Ну что ж, давайте. Вот поляна Димы Куша. Вот она. Димыч, привет. Так теперь будет видео называться. Водопад Радужный и поляна Куша. Вот здесь.
и скамеечка. А это нара. Граница Калужской и Москвы. Ну а сам водопадик вот такой. И он поднимается наверх, здесь 7 ручьев. Ну вот, наверное, и все. Если смогу это видео залить, у меня там трафик кончается. Так что всем огромные приветы. Видео похода будет позже. Сами все увидите более подробно. Всем до свидания, пока.